А такое ощущение, что здесь как будто вот, ну, жизнь присутствует. Ну, параллельно. Суетятся, бегают что-то. Еще паркет такой более-менее живой. Ну да, здесь можно квестов напридумывать целую кучу. Че, нет никого, да, Боб? Ну-ка, иди, я тебя тоже запечатлю. Боб, посмотри на нас. Ищи. Ищи, ищи. Это время не стоит, и она до сих пор. А она металлическая. Ну, я говорю, что до сих пор. Металл очень липится. Почему хорошего металла очень липится? Прикинь, сколько в СССР было, да? И людей сколько тренировалось, комплексы были, они же все рабочие. С левой стороны дорожка. Та вниз уходит к речке 100%. Это вниз к речке уходит. Можешь даже встать да посмотреть. Озеро. Озеро, то есть речка. Уверена?
оттуда машины выезжают. Это странно, непонятно, куда он поехал. Вот нам куда? Угу. Да, 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 я в курсе. Не, я спрашиваю, нам куда? Туда, куда он поехал. Как-то нестись. Высота дает о себе знать. О, нифига себе, вообще всю бухту видно, все пляжи. Так, вниз не спускайтесь никуда, чтобы вас не искать. Видеосъемка запрещена, выключите. А,
лестница. Это... Нет, нет. Смотри. Смотри, какие эти джунгли действительно. Угу. Заросли. Блин, обратненько. Капец, иду, думаю, снимаю. Чё? Не снимаю. Молодец. У-у. Машины стоят. Эй, собак, давай, заходи. Иди, 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 заходи. Заходи давай. Че, обиделся, что ли? Прикольно, я понимаю, что первый этаж. Вот это я понимаю. Бункер. Ага. Бункер, причем, как знаете, на космическом корабле. Угу. Либо под этим. О, нифига себе. Свет там есть. Ну, это уже хорошо, да. Но нет никого, вообще никого. Вот хоть бери нас это, катайся. Бери на велосипеде, говорит, катайся. Хм. Весело. Да, Лёха многое потерял. Он любит такие темы. Да, вообще те, кто не поехал, очень много потерял. Mm-hmm. Я говорю, мы вот так же ходили, представляешь, такой же отель, как заброшенный просто. Буферная зона, скорее всего, для этих, для стен, для ставить стены эти бронебойные. Ну это туннель в скалу, то есть это, грубо говоря, бункер туннель. Там, видимо, есть какие-то потайные кнопки, куда они могут увести еще. Может быть, вниз еще есть. Я, ну, не удивлюсь. Ну да, такой залет в 50-е, 70-е. По временным. Угу. А еще одна стена. И выходить можно даже не через дверь, а через окна. Да, мы просто не въехали.